Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Близится к завершению мое дополнение к платью ажурное. Я вяжу вот такие шарф-рукава или как по-модному ширак, но мне не нравится это слово. И это будет универсальная вещь, которую можно будет одевать не только под это платье ажурное. Но сейчас я включилась буквально на несколько минут, чтобы показать вам айкорд. Возможно, даже сегодня я уже вам расскажу об этой работе подробнее. Но дабы не задерживать вас и не мешать все в одно видео, я решила вам сейчас показать айкорд закрытие крючком. Получается вот такой красивый ролик. С изнанки тоже достаточно красиво. Если вам нравится изнаночная сторона, тогда закрытие петель делайте по изнанке. Итак, ничего нового я вам не расскажу. Я просто хочу показать, как это проще сделать при помощи крючка. Ну, на мой взгляд. Итак, айкорд или закрытие полым шнуром или полый шнур на 2 петли. Его можно выполнять и на 2, и на 1, и на 3 петли. Ну, больше 3 я не советую. Это будет очень широкий ролик. Хотя, кому как говорится. Итак, я взяла крючок двоечка. Вяжу на спицах, так, дай бог памяти, 3,25. Итак, крючок нужно взять как нож. Не вот так, а вот так. Хотя я, в принципе, вяжу вот так, и это неправильно. Вообще, крючок правильно держать вот так. Но это все тонкости, и я не люблю правила. Держите как удобно. Но в данном случае все-таки лучше взять как нож. У вас ничего нет, у вас первые петельки, и вы хотите закрыть. Вот не обращайте внимания на вот этот уже закрытый полый шнур. Итак, первую петлю провязываем лицевой, первую петлю ничего не снимаем. Вторую петлю провязываем лицевой, а вот следующую петлю мы провяжем 2 вместе лицевой. И не обращайте внимания, что здесь резинка 1 на 1, или там у вас какой-то узор, или это лицевая гладь. Это не имеет никакого значения. Провязали. Теперь снимаем эти 3 петли на левую спицу. Сняли. Ниточка у нас оказалась вот, видите где? И проделываем то же самое. Провязали одну лицевую, провязали вторую лицевую. Видите, как это просто делать крючком. А третью лицевую провязали со следующей 2 вместе. У вас вот здесь вот ложится косичка, и сверху ложится косичка в виде рулика. Давайте еще раз закрепим этот материал. И вы будете вязать с удовольствием. Итак, переснимаем опять наши 3 петельки на левую спицу. Повторюсь, если хотите на 3 петли, значит вам нужно провязать 3 лицевые, а четвертую 2 вместе. Но этот айкорд я решила сделать на 2 петельки. Можно сделать на 1 петлю. 1 петлю лицевую провязали, следующую 2 вместе. Пересняли, опять провязали, следующую 2 вместе. Итак, 1 лицевая, 2 лицевая, а следующую 2 вместе. Вот что у нас получается. И все, больше здесь никаких хитростей нет. Здесь просто удобство вязания именно крючком. И вообще все петли, которые я закрываю, даже не айкорд, если это любое закрытие, закрытие классическое, закрытие с накидом, я всегда это выполняю при помощи крючка. Гораздо удобнее. Пересняли, провязали первую, то есть вяжем крючком вместо спицы. Теперь
две вместе. Сейчас у меня тут ниточка расслаивается, это опал. Вот, и повторяем. Опять пересняли. Я даже, когда переснимаю, я не вытаскиваю крючок из последней петли, дабы сэкономить время, чтобы уже провязывать дальше. А эти две вместе провяжем. И так далее. Сняли. Еще сняли. Сняли крючок, не вытаскиваем. И провязываем опять 2 лицевые, 2 вместе. То есть мы наши петельки провязываем 2 раза. По 2 раза получается. Ну вот, я думаю, что понятно все. Вот такой красивый край. Ну а более подробно об этой работе, как я вязала, сколько пряжи у меня ушло. Так, сейчас за разговорами потеряю петли. Я вам расскажу в отдельном видео и, конечно же, продемонстрирую, как эта красота сидит на мне. Здесь рукав фонарик, дальше все по руке. Это вот низ рукава. Ой, красота красивая с платьем ажурным, с любыми топами. В общем, это все будет в следующем видео. А пока я вам просто показала айкорд крючком, просто поделилась своими впечатлениями, как это сделать гораздо проще. На этом все. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.